Всем привет, друзья! С вами Закупыч и большая посылка. Давно у нас не было больших посылок. Больше, чем 1,5 килограмма. 600 кило. Давайте посмотрим, откуда она приехала. Она приехала от Уфа. Вот, город Уфа, из Уфы. Ну, давайте ее откроем. Мне интересно посмотреть, что же там из Уфы. Вау, вы посмотрите, от всего сердца. Ничего себе, как круто запаковано. Вау. Вы посмотрите, какая милота. Это же просто шедеврально. Какой-то человек профессионально занимается упаковкой. Смотрите, как правильно подогнул края. Это... Я жестко рву упаковку. О, с другой стороны, смотри, с любовью. С одной стороны от всего сердца, а с другой стороны с любовью. Это прямо 14 февраля, можно сказать, упаковка. Может, они планировали? Может быть, планировали. Так, здесь у нас фена. Fashion Choice. Какая-то фена. Ну, давайте открывать. Распаковка. Два. Распаковка. Три. Это с Валберса посылочка, кстати. Вау! Что за красота? Я вижу там письмо сразу это сверху. Может быть, мне посылка. Нет, это мне. Уэй! Привет, Закупыч, меня зовут Варя, мне 6 лет. Привет, Варя, я живу в городе Уфа. Мы с родителями давно смотрим твой канал. Уфа, привет. Любим обзоры на игрушки и рубрику «Посылка от подписчика». Родителям привет. И решили тоже отправить небольшую посылочку. В нашей посылке есть как игрушки, так и небольшие подарочки для Валюши и Миланы. Надеемся, им понравится. В посылке есть мыло. Его мы с мамой сделали сами. Привет от Вари. Вау, какая милота. Спасибо большое. Валя со мной сейчас сидит. Валя, спасибо, привет. Спасибо. Так, сейчас будем смотреть. Он Итак, первое. Красиво. Это у нас Шармы. Это как у нас называется популярная вот эта компания, которая Шармы делает? Помнишь Пандора. Раньше? Пандора. Это у нас Пандора с бабочкой. Вот такой браслетик. Мыло. Это ручная это работа. Сделано отлично. Валя, ты пробовала делать мыло сама? Да, пробовал. Вот, пробовал. Так красиво, по-моему, не получилось, да? Нет, мне так не получилось. А, смотрите, как офигенно. Это формы специально силиконовые. Нет, это ручная работа. Без силиконовых форм. Это как в народном кондитере вот так все делали, пинцетиком. Нет. Мыло ручная работа. Посмотрите, это к 8 марта. О! А вы не против, если мы эти подарочки будем дарить своим родным? То есть прикольно, типа, мыло подарить кому-нибудь. Нам одно, а второе им. Так. Вау, волосы ермольника. Так. Вау, это же из этого, из Макдональдса космический игрушки. Джем. Космический джем. Тынь-тынь-тынь. Он вот так едет и баскетболирует. Слушай, это же офигенская посылка. Куча игрушек. Так, далее у нас есть. О, это игра настольная, я ее знаю. Здесь нужно лягушкой запрыгнуть в эту коробочку. Вот так делаете. Хоп. Вот так. Сильно. Поймай квакушку. Ну! Ну что не получилось? Короче, вот такая игра настольная, прикольная. Так, далее кто у нас тут? Далее у нас тут Винни-Пух Трансформер. Это когда Бамблби укусил Винни-Пуха. Заяц, медведь. Заяц, медведь. Вот такой классный Винни-Пух у нас. О, это что за игра? Это называется игра Ку-ку. Где малыш? Вот он, малыш. Где малыш? Вот он, малыш. Ку-ку, ку-ку. Вот такая игруха. Далее у нас идет. О, это же Супербелка. Откуда-то, из какого-то фильма? Свитбокс, DC. О. А, это вот эти супергерои, животные супергерои. Помнишь, когда там был Бэтмен, Супермен, собака? Собака Бэтмена, собака Супермена. Далее у нас есть сквишок. Сквишок вот такой замечательный. Это у нас монстры на каникулах, я так понимаю. Замечательный сквишок к нам приехал. Это у нас киндер-сюрприз. Тот самый, который... Это Фанко Пополя. Ой, сюда можно вставлять какие-то картиночки, они будут меняться. Это как шкатулка, что ли? Наверное, да. Это а-ля шкатулка. Далее у нас есть вот такой
Так, это робот, от него где-то вторая часть должна быть от киндера валяться. Натунс крокодил, причем необычный крокодил, он солнце проглотил вот так. Ам. На него жмешь на кнопочку, и у него, видите, он более широко пасть раздевает. Потом еще есть Funko Pop, киндеры, кстати, на них я обзор не снимал. О, это у нас, по-моему, это не свитбокс, это... Я забыл, как они называются. Happy Box. Happy Box мир юрского периода. Далее тут есть Аэрофлот хорошего дня. 100 лет создавая будущее. 100 лет создавая будущее. Конфетка от Аэрофлота. Аэрофлотом никогда не летал. Валь, ты летал Аэрофлотом когда-нибудь? Конечно, мы с тобой получали эти. Ты чего, Аэрофлотом летали? Когда? А мы с тобой не вместе разлетали? Нет. Мне кажется, первый полет в Сочи был Аэрофлот. Нет. Как раз. Нет. Откуда у нас там призы? Точно... Северный ветер. Ну, значит, я один летала. Вот так вот. А с кем ты летала? Одна. Я что-то не знаю. Так, это у нас мумия, принц Египта, свитбокс. Вот он. Пошутила. Это вы поняли, откуда эта мумия. Так, тут у нас сюрпризик. Вау, я родился! Это же Smashers. Это подделка на Smashers или это оригинал Smashers? Или это из магазина красное и белое? Что-то я забыл, откуда это. Далее еще Smashers. Вау, это не Smashers, это еще круче. Это Динозавриус. Вот такой фиолетовый, классный, кстати. Вообще качество прикольное. Обожаю вот эти яйца с сюрпризами. Вау, откуда такая красота? Это Змей Горыныч двуглавый. Ничего себе, двуглавый Змей Горыныч. А где третья голова? Ну, посмотрите, какой крутой. Ну, это же просто пушка-гонка. Потом у нас тут есть овечка, которую заводишь, и она будет ехать. Да, это заводилка-овечка, которой можно кататься. Вот эти обезьянки ТСКБ, которые делают брейкданс. Потом тут... О, это большой киндер-сюрприз! Я их, кстати, не распаковывал, это огромный киндер. Смотрите, он едет, и вот так идет, типа, вот так в разные стороны. Я видел, они что-то около 1000 рублей стоят, эти киндеры, они ну, большие такие, дорогие. Вау, ну пингвинята крутые. Так, дальше у нас есть чебурешка. Вот такой чебурашка на браслет. Потом есть мини-коллекция вот этих поп-группа Kinder. Я на них снимал распаковку. Еще тут есть... О, это тоже из свитбокса вот эти животные супергероев. Черепаха, которая как Флэш. Потом тут есть вот такой, этот самый... Кокоро. Но это не Кокоро, это сквиши из КБ. Вау, слушай, а Funko Pop из Kinder Surprise прикольные. Смотрите, какая классная. Это в коллекцию киндеров отправляется. Потом тут есть вот такая мумия, не принц Египта, плачущая. А кто обидел мумию? Это у него мороженку отняли или в чем дело? Кто знает? Мя-мя-мя-мя-мя-мя. Так, далее у нас, вау, это же из Макдональдса, по-моему. Из Макдональдса как раз-таки год дракона, да? Поздравляю, кстати, всех с годом дракона. Это у нас киндер, ну там, по-моему, он без игрушки, там просто шоколад. Фигурный молочный шоколад киндер с внутренним молочным слоем, да. Без игрушки. Потом у нас тут есть, это тоже свитбокс или кто это? По-моему, свитбокс. Так, еще Funko Pop Kinder. И еще Funko Pop Kinder. Смотрите, она тоже играет на трубе. Помните этот клип, когда мужик такой играет на трубе и танцует? Вау, это что за лягушенцы? Это мы снимали, это СКБ, да, по-моему, коллекция, Валюш? Не помнишь? Не СКБ. Не СКБ? Так, и так, еще есть обезьянки, которые делают брейкданс фристайлы. Так, еще коллекция Funko Pop Kinder, группа Kinder и машинка Kinder, вот такая красивая. Это которая по луне катается. Это же из вкусной точки, наверное, Лео и Тиг, да? Вот эти фигурки, смотрите, у них крутится голова. По-моему, это из вкусной точки. Так, есть еще Funko Pop. А вот как раз-таки она нам попадала. Смотрите. Которая фигурка у нас есть, и брелок теперь есть. Так, еще есть брелок вот такой. Так, еще. Ну, вы, наверное, всю коллекцию мне прислали, да, вот этих киндеров? Аэрофлот еще конфетки. А куда вы летали, напишите в комментариях. Аэрофлотом, ребят, рассказывайте.
О, это подставки для Петрозаводской казань, для Лео и Тига подставки есть в наличии. Также есть киндер ядро земли. Это такой волчок, его можно раскрутить, и он будет крутиться. А, это планеты. Это коллекция планеты. Не ядро земли, а планеты. Потом тут есть вот такой фанкопоп прессик. Вот. Или это игра какая-то. Монетка коллекционная. Это же сколько вкусов, столько мур. Это мур. Слушай, прекрасно, шикарно. Так, еще есть фристайл одна. Еще одна фристайла, только не обезьянка, а медвежонок. Тедди. Фокус, ты где? Вау, это же подводный мир, набор Аквамир. Это из магазина «Красное и белое». Здесь всякие-всякие приколюшечки. Можно сделать мини-аквариум сухой себе дома. Выложить пляжик и туда поместить. Видите, это черепашку и крабика. И украсить растениями. Далее, елочка гори. Это, наверное, тоже набор с КБ или откуда-нибудь из магазина. Так, еще есть фристайла лягушка. Лос Китис! Нифига себе, я не помню, у нас есть такой? Нет, такого нет. Нет такого? Ничего себе, круто. По-моему, оригинал. Написан номер. Вау, Лос Китис сейчас такая редкость, их сейчас нигде не найти. Вообще нигде не найти. Угу. Так, пряничный человечек киндер. Кстати, классная фигурка, офигенская. Сейчас я попробую ее починить. О! Вот такой. Обожаю вот эту музыку, когда пряничный человечек штурмует замок со Шреком. Ай-яй-яй-я! А-на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 -
О, это мотоцикл Ява. Только не красная. Синяя Ява. Так, это у нас опять коллекция поп. Чик, подними очки. Хопа. И это когда посмотрел видео Закупыча. И так, далее у нас еще Funko Pop Kinder. И какая-то крутяцкая тачка. Металлическая, тяжелая. Выглядит круто, слушайте. Это кубик, это Honda Куб, скорее всего. Так, еще яичко с сюрпризом. Это аналоги Smashers. Вау, какие крутые. Обожаю яички Smashers. Так. О! Вот эти, я так понимаю, фигурки самые редкие, да, в киндерах? В основном попадаются брелочки. Вообще крутая. Так, еще не валяшечка. А вот она часть от трактора, это который трансформер был. Где-то он тут. Но я потом его за кадром соберу, который я показывал. Так, еще запчасти от елочки. Но елочку я тоже за кадром соберу. Так, и остается у нас совсем чуть-чуть. Еще Funko Pop. Обожаю вот эти масочки. Это маска для губ, чтобы ваши губы всегда были мягкие и шелковистые. А это у нас маска для лица, по-моему. Да, это маска для лица, потому что мы обожаем. Кстати, в своем телеграм-канале я периодически выкладываю фоточки, где я в маске для лица. Можете заценить. Ну и разумеется, ягодный спа-уход для тела. Барис, фэнтези, это прям оно? Попробуй ягодный спа-уход за телом. Соль для ванны и бурлящий шар насыщают кожу полезными минералами, придают ей пругость и эластичность. Это оно? Я тогда сегодня пойду в ванну с ней. Да, ребята, это оно, это шар. Шар и соль для ванны, видите? Все, я буду им пользоваться. Я обожаю принимать ванны со всякими штуками. Вообще, я, конечно, думаю, вот мы строим дачу. На даче я хочу избавиться от ванны, просто чтобы там была душевая кабина. Правильно, Валь? Правильно. Конечно, да, без. Но вообще в ванной я обожаю лежать, если честно. Ну, с другой стороны, ванна. Не-не-не, ванна нафиг. Это много места занимает. Вот такая посылка. Слушай, мега крутая посылка. Спасибо. Спасибо, Варя, спасибо родителям, спасибо всем-всем-всем, кто смотрел это видео, кто ставил лайк, кто подписался на канал, пока смотрел. Это вообще офигенски. Мне больше всего понравились вот эти яйца Smashers и с драконами, яйца вообще прикольные. Потом вот эти Funko Pop Kinder офигенские. С мыло ручной работы, это вообще топчик, это самое первое место. Вау. Все, ребятушки. Спасибо вам большое. Да вообще мне все понравилось, но только вот прям ручная работа вообще топчик. Вещь. Что-то уронил. Что-то уронил. Что я уронил? Я уронил овечку-машинку. А на заставку что поставить?
Здрасте. 8 марта по ссылке от подписчицы, может быть. Ну да, наверное. Вот так. О, вот так поставлю прямо заставку. 8 марта по ссылке от подписчицы. Будет прикольно. Все. Прикольно. Ну-ка, а поднеси его. Типа он такой плачет. Нет! Опять траты. Опять траты на 8 марта. Пока!